Всем ассалам алейкум. Хочу обратиться ко всем вот этим псевдоблогерам с чат-рулетки. Как бы сейчас это глупо не звучало, я русский, обращаюсь к русским из чат-рулетки, которые парафенят Казахстан, обсирают казахский язык, но при этом живут в Казахстане. Из-за таких, как вы, понимаете, как я хотел сейчас сказать, нас, нормальных, адекватных русских, начинают ненавидеть в Казахстане. Из-за того, что вы, сука, там сидите дома, блядь, в квартире своей и тявкаете просто в этой чат-рулетке. Если вам что-то не нравится в Казахстане или в Казах, вас никто здесь не держит. Есть сейчас очень много программ по переселению. Возьми, подай заявку, уедь куда хочешь. Но не нужно, блядь, обсирать все это. Из-за вас отражается на нормальных русских. Кыргызы, узбеки, казахи, таджики, турки. И еще много национальностей, которые сейчас просто начали плохо относиться к русским из-за таких, как вы. Хотя всю жизнь жили в мире. В школах вместе учились, в садике вместе ходили, всегда было все нормально. Из-за того, что вы сейчас выскочки там обсираете, поменялось отношение именно к нам, к нормальным, к адекватным. Если что-то не нравится, валите нахуй отсюда. Я никому ничего сейчас не подлизываю. Просто меня уже это заебало.